У нас, друзья, жара стоит неимоверная. Жарит, парит. 36 градусов, 37 в тени. Представляете, на солнце сколько? Там все за 40. Друзья, как-то обещали, прокатимся по Лейбабазову. Сейчас Лейбабазов же будет. Впереди. Да, впереди. И покажем наш пруд поближе. Где мы там, где я когда гуляла, показывала, что вот там, в стороне пруд. Вот будет там. Да, это здесь арендаторы, частное хозяйство. Здесь, по-моему, коровы же, да? Нет, еще скоро. Раньше были коровы. Сейчас чисто замок занимается. Переквалифицируют. Да, пары вон такие здоровые. Вот Лейбабазов. Немножечко так, краешком, правда, проехали, но полностью. Ну, так тоже не маленький круг. Выехали на асфальт. Тихо стало, тихо. Вот. Там работа моя большая. Погода прекрасная. Подсолнухи отцвели, да? Отцвели полностью. Ага. Я обещала показать, но так и не выбежала. Я поле упустила, хотела снять, как они цветут. Так что наши пчелки уже летают далеко, там, где только распускается. Мы тут приучаем Рэя к ошейнику. У Ники ошейник взяли, а все, он его все равно не носит. Ну, все, уже начал бегать. Сначала обиделся. На, Рэй. Испугался. На, тебе вот эту игрушку, на. Бери. Не, легкий. Молодец, умничка, умничка. Вот, молодец. Нам сегодня 2 месяца, вот. Да. Сегодня у него праздник великий. 2 месяца. Ники пока так и не привык, наблюдает только с окошка. А Яврик, ну, как бы так, более-менее равнодушен, но к будке не подпускает, рычит. Кто там бежит? Купер тоже, так же, как и Яврик, вроде бы сидеть, играет, но сидеть, будки сидеть, не подпускает. Сидеть. А этот наглый лезет везде. Молодец, сидеть. Молодец, сидеть. Молодец, вообще дрессировки быстро. Вот несколько раз Коля сказал ему вот эти команды, и все. Он их выучил быстро. Представляете, подошел вот к этому Нике нарисованному, понюхал у него мордочку, потом понюхал еще у него там с другой стороны и побежал. Значит, образ напоминает ему Нике. Хочет, смотрите, чешется ему
из-за этого ошейника. Мешает он ему. Ох, как ошейник-то мешается. Ой, как мешается. Блок у нас нет. У нас все выведено, ничего нету. Трей! Побежал опять, почапал. Ты куда пошел? Темно. У нас стало прохладно. Рэй теперь бегает. Днем жарко, бедненький. Жарище. Ага. Увидел там землю и начал кушать. Никому. Сидеть. Ой, молодец. Сидеть. Какой. Сидеть. Ждать. О, устал. Ждать. Молодец. Скажи ему еще раз сидеть. Я покажу, как он сидит смешно. Вот ночью он у нас такой активный, а летом, ой, летом, днем ему жарко. Он бедный такой весь. Такой твердый, да? А что, зачем такой твердый? Посмотрите, как он сидит смешно. Сидеть. Он не сидит полностью. Так он сел полностью. А так он, то ли лапы вот это большие ему мешают. Да, нет, у него лапы высокие, да. А стулка, он же на пол. Видишь, он получается... Вот я... Ну, вот. Ой, молодец. Я думаю, что... Лапа, смотрите, уже подросла, какая большая. Рэйшка, лапочка большая у тебя. Вот... Вот он уже сидит на ручках. Какой был, какой стал. А еще у нас Рэй вечерами любит. Это у нас крыса стоит под навесом. Под навесом. И вот он очень любит вечером, потом, когда набегается, сесть вот так вот с Колей и сидит. Ну, ему нравится вот эти вот тряпки трепать. Да, Рэй? Ну, пока щенок пусть играет, тоже надо ему. Конечно, он беспокойно сидит, но сидит. И сам лезет сюда. Скоро будет запрыгивать, наверное, через недельку. Рэй, ты почему балуешься? Чего такое? Телефон? Ты любишь телефон? А? Ну, скажи что-нибудь. А? Рэй. Нельзя кусать. Завтра, Рэй, завтра на прививку поедем. Ты будешь себя хорошо вести. Вот, все. Вот он у нас кусака. Он самый настоящий собака кусака. Нельзя, Рэй, нельзя кусаться. Фу. Съездили мы сегодня в Геогинскую, поставили прививку Рэю. Нам сказали днем его не выводить в жару, чтобы он под солнцем не был. Ну, сейчас, как всегда, вечером попрохладнее. Вот опять мы с ним вышли погулять. Ничего, нормально он у нас ее перенес. Ни вялости, ни отсутствия аппетита, как оно может после прививки быть. Ничего у нас этого не наблюдалось, слава богу. Теперь следующая прививка через 2 недели. Иди, Рэй, гуляй, что съешь. Фу, хозяина иди. Своего. Скушаешь. Рэй! Рэй! Он же хорошо на кличку откликается. На... Рэй! 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 Покажи мордашку свою, Рэй. Покажи зрителям. Ну, иди сюда. Эй, ты какой вредный. Взял лапы. А лапы все растут. Лапы растут. Какие они были и какие стали. Они растут. Ну, конечно же, он не, даже не дает. Вот какой он беспокойный. Скальпель снимешь с меня. Иди, Рэй, иди. Вот его игрушки. Ну, вы знаете, он в своем таком этом вольерчике, он... Иди. Он играет теми игрушками в магазинах. Мы днем слышим, как он пищит там. Игрушки же пищат, он с ними, видимо, их там гоняет. Все, загнал. Загнал, Рэй, да? Давай, не надо землю. Ну, с землей, конечно, мы еще боремся. Ну, хоть камни не таскать. На, Рэй. Опа. А сейчас бутылку еще? Сейчас мы покажем, как мы играем бутылкой. Рэй. На. Шумовые игры. Ма, молодец, он сразу подбежал и ждет, когда ему дадут вкусняшку. Даем мы ему говяжье легкое. Сидеть. Рэй. Вкусняшечки. Сидеть, ждать. Садись хорошо. Сидеть. Сидеть. Ждать.
Ждать, молодец, молодец, сиди хорошо. Видите, попа полностью не ложится на землю. Ну, это я его тут отвлекаю, так он молодец у нас. Ждать, молодец, ждать. Все, Рэй, спать пошел, да? Ты спать пошел, все, довыделывался. Вот так вот, довыделывался. Нельзя кусаться, собака кусака. Все, все, дразнишь только его. Ну ладно, ну да, да. Все. Ники у нас тоже молодец, тоже команды выполняет, да, Никуська? А ну-ка покажи, как ты. Видите, он не взял корм, молодец. Он ждет команды, можно или нет. Можно. Вот можно, он взял. Давай еще раз кормака. Нельзя. Ага. Нельзя. Это мы его такой учим команде. Он ждать-то знает. А вот такой, что нельзя с руки брать, когда это еще новое. Ну, он ухватил с первого раза. Нельзя. Молодец. Вот. Нельзя. Он у нас тоже умничка, да, Никуся? Молодец. Можно. Молодец, Ники, молодец. Хороший. Умничка, молодец такой, молодец. Хвалят его. Ну дай лапку, дай. Ну и сделай зайчика напоследок. Покажи зайчика. Еще. Как? Кто, вот, вот, вот так, молодец. Кто у нас еще из зрителей не видел, как делает Ники зайчика? Нельзя сидеть. Да. Ну ждать тоже надо ему говорить, он же ждать, знает. Ждать, молодец. Можно, 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 бери. Молодец. Умничка он у нас. Он, правда, сидит так с опорой, потому что ему ну, тяжеловато. Чего у него там попочка-то маленькая? Кормим мы нашего Рэя. Вот так, таким образом. В общем, у нас тут каша. Овсяная, сваренная с грудкой. Добавлена мойва. Я ее отвариваю и перебиваю блендером. И добавляем, приучаем его к сухому корму. Но так как у него зубки еще молочные, мы корм замачиваем. Вот, вот он замоченный корм, он становится мягеньким. Ну, а уже когда зубы поменяются, тогда уже перейдем полностью на эти корма. Ну а пока приучаем его желудочек к таким вот сухим кормам, к этому вкусу. Смотрим, подбираем, смотрим, чтобы там аллергии не было. Ну, в общем, пока подбираем, как можно сказать так, подбираем корм таким вот образом. Делаем готовую вот эту кашу, вот это все 300 грамм. И добавляю еще молоко. Получается 360, ну, примерно 350-360 грамм. Также добавляю я в корм, измельчаю ложечкой. Вот такие вот витамины. Они твердые, поэтому я ее измельчаю. Витамины... Здесь у нас все идет. Сейчас переверну. Морская капуста, и дрожжи пивные, и эхиноцея, и янтарная кислота, костная мука. В общем, все, что надо для растущего организма. Ну, а когда мы уже, конечно, перейдем полностью на сухие корма, тогда витамины, они просто, потребности в них не будет. Там все корма идут сбалансированные. Ну, конечно, пока дороговато у нас идет, но куда деваться? Кормить надо, он как ребенок маленький. Кормить надо щенка. Ну, а вот таким кормом кормим нашего Ники. Тебе нравится этот корм? Нравится очень, да? Он его любит. Видите, какая у него шерстка такая, шерсточка блестящая. Корм хороший. Съедает он у нас, получается, где-то 3 ложки столовых в день. Поэтому очень такая экономная собачка. Для дома самое то заводите, не пожалеете. И также мы даем Нике раз в день вот такой вот корм. Здесь он разовый получается, он его съедает сразу за раз. В общем, вот так у нас наш Ники питается. Ну, а на этом, друзья, буду заканчивать свое видео. Такое получилось у нас о собачках. До новых встреч. Мира всем и добра.
Всего хорошего.